Анонс и точнота выхода 88-й серии турецкого сериала «Разведка». 88-я серия сериала выйдет в эфир 17 декабря. Ранее в сериале мы увидели, как хотя Гехан исчезает, Омер понимает, что это еще не конец. Новая цель команды – предотвратить перевод денег компании и в то же время выявить нового врага. Потерпев поражение, Скарлетт обращается за поддержкой к близким ему людям. Пока он будет входить в жизнь Слихан, не будучи расшифрованным, его напарник станет открытой мишенью для Омера. Более умные и безжалостные, чем прежде, новые враги знают, что Омер, Атмака и его команда настроены против них. Как бы новая ячейка компании не пыталась скрыться и запутаться, организация их найдет. 88-я серия сериала выйдет в эфир 17 декабря. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.